Всем привет, с вами Ирина, и сегодня ко мне пришла маленькая посылочка. Вот такая вот маленькая посылочка. Давайте ее распакуем, посмотрим, что там. Котика, ты тоже пришел. Ну, давай распаковывать вместе с котом. Так, только усы свои бери. Может, там кое-что другое положили для кота? Он так реагирует. Так, дальше продолжается. Пятачок. Я все мучаюсь. Шмятки. Во, ляшечки. Ну, это так, чтобы оно не болталось. Это правда. Боже, она такая маленькая. Боже, какая маленькая. Нет, ну это мини-орхидейка. Пить хочет. Корешки все сизые. Детка орхидеи сортовой. Называется Анна Лоратти. Пример цветения я вам вставлю. Она выглядела, конечно, намного лучше, когда я ее выбирала. Ну, это самое маленькое, что есть в моей коллекции. Значит, это сортовик Анна Лоратти. Она очень нежная, очень красивая. По-моему, даже она пахнет, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Если да, ну просто, ну, выскочила из горшка, была она вся как бы наружу. Тут даже написано. Анна Лоратис. Просто хочу ее посмотреть, как она, что тут. Какие тут корешки. Вот оно само от собой отвалилось, это я уже вижу, что да, ну, это такая ерунда. Фу. Значит, смотрите, посадила я ее в больший стаканчик, нормально ее заглубила. Ту кору, в которой она сидела, я на дно, потому что у нее более такая фракция больше, положила. И сверху досыпала своей коры. Вот такой вот у меня. Ну, что я вам хочу сказать. Конечно, зачуха она еще та. Как-то она выглядела на фото намного свежее и лучше, чем сейчас. Вот этот листик. Некрасивый по... Но это ничего страшного. Пусть будет, пока она наберется сил. Так, тут у меня все нормально. Я это потом все пролью фитоспорином. И вот что от нее отлетело. Это вот такой вот листик. С каким-то белым. Наверное, были какие-то паразиты или обработка, не знаю что. В общем. И вот кусок корней и кусочек вот этот вот самой морковочки, на котором это не моя работа, это уже так продавец мне отправил, она просто висела, она то ли зачищала, то ли что. В общем, я сейчас отправлю фотку продавцу.
В общем, такие у меня какие-то смешанные чувства по поводу этой орхидейки. Я ожидала от нее большего. Думала, будет растение намного-намного сильнее, аккуратнее, что ли. Ну, эта деточка прям, ну, какая-то она прям такая, не знаю. Замукрышка, замученка. Ну, ничего. Ничего. Посмотрим, как она будет вести себя дальше. Корешков там для нее в принципе достаточно. Я надеюсь еще на свеженькие, на новенькие корешки. Вот у нее корешки дальше продолжают расти. Есть на кончиках. Просто то, что она то ли она к свету так тянулась, то ли что она такая кривенька. Какая-то как кривенька качечка. Да, такая вот покупочка на Лурате. Остались 3 листика. Такие вот длинненькие. Листья покрученные. Будем обрабатывать обязательно от клеща, от всяких насекомых. Я думаю, ей полегчает, и будет все у нас хорошо. Стаканчик побольше я взяла. Обычный, стандартный, потому что вот этот был, ну, очень маленький. Такой вот. Сразу же я ее пересадила, не отходя от съемочного процесса, не отходя от... Все, сейчас я ее опрыскаю. Пролью фитоспорином. И буду держать вот вас в курсе, что будет у нас дальше происходить с этой кривенькой качечкой. Вот она у меня для полива, для дачи стоят. Ну все, всем пока.